Вот этот треугольник на вершине по 23-м номером Федорцов, он капитан Нивы. Слева в полузащите 9 Куратник, справа 10 Дыбин. И на стрее атаки по 29-м номером Пампуха. 4-2 голкипер по 25-м номером Степанов. В центре защиты 66-й Абсамадов, 14-й Коваль. Слева играет 17-й Кац, справа 27-й Усения. Тоже треугольник Люкевича есть в Остовец. Поэтому три изменения сегодня у молодежинцев. Ну и Дан, конечно, стартовый свисток этой игре. Честно, атмосфера максимально крутая. Что одна, что вторая команда рвутся в высшую лигу. Молодежь вообще играет в Остовец. Федосов. Усения. Вот такой вот заброс получается у Усения. Можно пробить. Есть удар. Неплохо начинает Молодечно. На самом деле... Козел. Да, есть удар. И мяч все-таки не долетает. И Степанова дается отбиться Молодечно. Федорцов. Но сейчас вторая волна атаки от Нивы. Козел. Еще одна передача. Дыбин. Нет, положение вне игры. 10-го номера. Дыбин. Бьет ближний угол. Степанов. Козел. Под удар Федорцов. Ну и вот такой момент получается вновь у команды Андрея Прокопюка. Это Степанов. Кого-то себе мяч отпускает. Капитан Молодечно. Поставец. На видимо, что Усения максимально, кстати, вовлечен в атаку. Хорошая передача. Вот что здесь получится. Гончарик. Он пробивает. Мяч мимо проходит. Кац. Еще один заброс. Мяч все-таки долетает до Кослова. Это пенальти. Это пенальти. Прямо сейчас указывает на точку главный арбитр сегодняшней встречи Дмитрий Дубатовка. Разбег Кослова и берет пенальти Лицко. Козлов добивает 1-0. Молодечный выходит вперед. Хорош Лицко угадал, куда будет бить Козлов. Справился с этим пенальти, но все-таки потом, мне кажется, мяч из вида потерял голкипер Нивы. И Козлов здорово добавляет. 7-й гол в текущем сезоне первой лиги у Козлова. Молодечница выходит вперед. Вопрос, какой сейчас будет реакция от команды Андрея Прокопюка. Еще одна потеря мяча. Чистый отбор от Молодечно. А вот здесь момент, кстати, может получиться. Герман останавливается. Он, похоже, не в положении вне игры. Герман пробивает в одно касание, но не переигрывает Лицко. Играющий из Германа. Герман, мяч пробрасывает мимо Лешкевича, пас хороший Федосов, был такой рикошет. Сейчас довольно опасная атака была. От коллектива из Долбезна, Федорцов, очень опасный удар, это Старостин. Так вот, голова...